Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня я расскажу вам, как можно буквально за 3 минуты сделать из обычного флакона отмоющего средства, ну, например, для очистки стекол, сделать из него дозатор мыла для кухни или для ванны. Для этого нам потребуется всего лишь канцелярский зажим, нож и сам флакон. Значит, первым делом отвинчиваем пистолет и отрезаем вот эту трубочку. Дальше нам будет необходимо сделать прорезь для того, чтобы вставить крепление. Крепление мы возьмем от этого зажима, нам потребуется только вот эта пружинка. Мы ее вставим вот таким образом, чтобы подвешивать за нее наш дозатор. Делаем прорезь. Это можно сделать как горячим ножом, потому что днище бывает довольно толстое у этих флаконов. Либо можно сделать холодным ножом. После этого мы вставляем наш зажим таким образом. Желательно делать прорез, надрез не очень широким, чтобы ушки цеплялись таким образом. После этого мы навинчиваем. Собственно, дозатор готов. Осталось только залить мыло и испытать его. Что мы сейчас и сделаем. Ну вот, мы подвесили наш дозатор. Я подвесил его на рейлинг. Вот, можно приспособить какой-нибудь шуруп или гвоздик. Он легко снимается. Пожалуйста, в любой момент можно снять и наполнить. Желательно перевести пистолет, вот эту головочку, в положение распылителя. То есть два положения: тонкая струя и распылитель. Я перевожу в положение распылителя. Тогда он вас не обрызгает. Таким образом, мы берем губку и нажимаем потихоньку на дозатор. Вот вытекает у нас это мыло. Мы можем прекрасно мыть посуду. Вот таким образом, буквально за 3 минуты вы можете тоже сделать свой дозатор и пользоваться им в свое удовольствие. Большое спасибо. Подписывайтесь на мой канал, смотрите новые видео. Всего хорошего!